вчера нажрался, что сегодня до сих пор. Помоги убогим! Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем встали? Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт, бить черных. Вступил во вторую тимерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы и держали. 3 дня. А потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но? Но Родовид оказался ничем не лучше Имгыра. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Ты играешь в Гвинт, Роше? Да, только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Удачи.
ты выиграл. Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Старина Ламберт картежник? Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Умелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. И меня даст. Обрезки никогда не ходи один. Только со мной. Пам-парам. Я вот что думаю. Знаете, из-за кого война? Мы можем поговорить? В чем дело? Ты когда-нибудь играл в гвинт? А то. Я даже Весемира пробовал научить, но у него не пошло. Что, предлагаешь сыграть? А то. И когда игра закончится, ты будешь плакать, как ребенок.
победил. Жаль отдавать тебе лучшую карту, но... лучше тебе, чем кому-то еще. О, ты уже здесь? Заходи, давай сядем где-нибудь. Сейчас начнется. Снов моих с утра бежишь проворно.
хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит мерзких ребят в Белом саду. Тише, женщина. Мы на концерт пришли. Убийца? Война идет. Вот люди и умирают. Идите, спорьте в другое место. Опять одни дрязги. А говорили, это престольное заведение. Насколько я знаю Геральта, он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасет? Он же убийца. Золтан, спокойно. Выход там. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. Дайте мне послушать музыку. Культурная столица, сука. Давай я тебя представлю. Присцилла, известная как Цираночка. Столь же прекрасно, сколь талантливо. А это... Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся, ведь это такой благодарный сюжет для песни «Ведьмак, влюбленный в чародейку». Или следует сказать «в чародейку». Вижу, Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого? Очень забавно, правда. Ну, до свидания. Не туда. Давайте за мной. Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сиги Ройвина. Ой, мотыляш, за ногу! И больше я его не видела. Лютик и налет на казну? Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в Пассифлоре, так 3 дня потом уснуть не мог. Нервничал! Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Он вроде так это описал. Но имен не называл. Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная и с обширным бюстом. Ровен? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да. Надо полагать, налет не удался? Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Значит, вроде как нет. Я спрашивала о нем в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка-младшего, и что ублюдковы люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок-младший? Что-то не знаю такого. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех 4, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе с, собственно, Сиги Ройвином, Карлом Варезе и Королем Нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы началось.
снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться, жалование за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, тоже. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиди Ройвином. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. Только смотри, это опасный тип. Я тоже. А вот Лютик нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Геральт! Как ты познакомилась с Лютиком? На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютике. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. До свидания. Хочешь записаться в стражу? Что? Ты меня тут поить хочешь? А, не хватает. Вы не пили кофе в лесу. Почему? Один раз так набрался. Есть здесь кто? Открывайте. Чего ловишься? Бани закрытые. Мне нужно встретиться с хозяином. Я знаю, что он здесь. Ну и что с того? Занят он. Передай ему, что Геральт из Ривии хочет с ним поговорить. Не могу обещать, что у господина Ройвина найдется время. Давай поспорим. Ну хорошо, я попробую. Прошу обождать. Сиги Ройвин вас ждет. Меня зовут Гапен. Встреча проходит в бане. Однако сперва надобно зайти в раздевалку. Там вы сможете оставить одежду. Пойдем. Тут можно раздеться. Вещички ваши будут в безопасности. Ройвин ожидает в следующем зале. Эй, белоголовый! Красивое тело! Ты была права, он не краснеет. Лапы прочь! А ты всегда носишь такие штаны в обтяжку? А ублюдок младший отрезал ему руку и велел засунуть ему в зад, а потом отослал тело обратно. С рукой протянутый в знак согласия. Пока. Хватит
Спокойно, Тесак. Ублюдок младший выходит из игры. Мой секретарь все вам напишет. Нет у тебя секретаря. А младшего мы уберем только когда все будут за. Ройвен, твой гость. Нахера ты его впустил? Я хотел с ним поговорить. Это Геральт из Ривии. Рад снова тебя видеть. А я, сука, один не в курсе. Ты кто еще такой? Пусть наш хозяин обо мне расскажет. Это ведьмак. Тот самый, что сперва предотвратил покушение на Фольтеста. А потом убил этого достославного короля. Якобы я не убивал Фольтеста. Здравствуй, Дикстра, Ройвен, или как прикажешь тебя называть. В последнюю нашу встречу Геральт меня здорово побил и сломал мне ногу. Интересно, с чем он пришел сейчас. У вас гости, кто-то вломился в бане. Несколько людей. Что этот провидец хренов несет? А-а-а! Убийцы! Пожалуйста, не надо! Твою мать! Я как знал! Оружие-то есть? Найдется. Голой жопой я еще не бился! Хватит болтать! К бою! Хорошая работа! Прошу прощения за инцидент. Охрана подвела. Я непременно сделаю из этого выводы. Это люди, ублюдка! Делай пока выводы из этого. Не начинай, особенно при гостях. Он пришел за минуту до нападения. Случайность? Я так не думаю. Пусть он сам все объяснит. Как жизнь, Ройвен. Ты пропал на несколько лет, и вдруг я встречаю тебя в Новиграде. Я изрядно постранствовал по миру. Посидел некоторое время в Зерикании. Что ты делал в пустыне? Искал единение с природой. Но, как видишь, истосковался по культуре, и вот я здесь. Решил осесть в Новиграде и стать добропорядочным гражданином. А когда-нибудь, кто знает, еще и в городской совет войду. Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гапена. Ох, он бы отругал меня за скверные манеры. Франциско Бедлама ты знаешь. Впрочем, кто не слышал об этом меценате и покровителе мелких предпринимателей? Краснолюд — это Карл Вареза по прозвищу Тесак. Он больше по части развлечений. Я ищу ублюдка младшего. Интересно. Чего ты от него хочешь? Это мое дело.
Геральт чрезвычайно нервно оберегает свою личную жизнь. Следить за ним всегда было кошмаром. Когда он искал Меригольд, то был более открыт. Вашу мать, господа! Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить, и сделает это рано или поздно, значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят паршивца. А ты, как там тебя, если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Есть мысли, где искать ублюдка младшего? Буду признателен за любую подсказку. Сиги. Давай попробуем. Геральт умеет искать людей, и он не болтлив, что само по себе ценно. В таком случае я вас оставляю. Я зайду завтра. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим. Приватно. Что было, то было. Но хорошо встретить старого друга, благодаря которому я так часто принимаю ванны. Если благодаря мне ты становишься чище, значит, стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь я отмачиваю ее в горячей воде, по крайней мере, по 6 раз в день. Иначе она гудит, как колокола в Боклере на рассвете. Я сделал это не без причины. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Танаде иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Слушай, ты Ровен, точнее Дикстер, потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать, выслушай, а если нет... Избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тесак найдет ублюдка? Может и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка, осмотрись. Только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева. Не круши, не убивай. А твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра, и что ты был главой риданской разведки? Если бы я вместе с Тесаком, Бедламом и Ублюдком построил мельницу и молол муку для окрестных крестьян, тогда бы мы были партнерами. А то, что нам приходится договариваться, еще не делает из нас партнеров. Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка. Остальные, думаю, догадываются. Мы это не обсуждаем. Почему ты и Бедлам не хотите войны с ублюдком-младшим? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает. Она лишь порождает проблемы, которые затем приходится решать иными средствами. За начинаниями ублюдка кто-то стоит. Я не хочу его убивать, пока не пойму, кто. Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят? Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню, иерарх Хемельфарт проиграл там когда-то перстень с рубином. И такой разразился скандал. Есть еще арена в городских подземельях. Доход со ставок куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на Храмовый остров.
Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Так где эта арена? В каналах, под Золотым кварталом. Но вход туда из кварталов бедноты, в обрезках. Ублюдок обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии. Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Я попробую найти ублюдка-младшего в казино или на арене. И, пожалуй, все-таки поговорю с тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара. В этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну, иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью, может, что придумаю. От шпиона до преступника. Интересный путь. На самом деле это одно и то же. Работа с информаторами, переговоры, подкупы, иногда заказные убийства. Старые трюки. Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи. А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии. Пора работать на себя. И пока что у меня неплохо получается. Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются. Нет, я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду. Он не простил тебя заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает. Никому и никогда. А уж особенно чародейкам из ложи. А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны. Я думал, вы были близки. Были. А потом Филиппа подослала ко мне убийц. Слушай, может, ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет младшему дорогу. То есть? Сидит в окружении гурий, а они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной. Слютный. По мне, так пусть себе там гниет хоть с Валторной. Что, Лютик тебе чем-то насолил? Само собой. А в чем дело? Видишь ли, он тут выдал сонет, где во втором четверостишии парные рифмы вместо опоясанных. Сам понимаешь, что меня как ценителя поэзии это глубоко оскорбляет. Я ему такого не прощу. Я серьезно. А если серьезно, то у меня нет времени, чтобы переживать за твоего друга-бабника. У меня своих бед хватает. А ты мог бы мне помочь. И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике. Выяснил бы, что с ним стало. Я так понимаю, кроме сведений о Лютике, ты мне еще и денег дашь? Ничего не бывает даром, да? Интересно, когда тебя Эмгыр нанимал, ты был такой же языкастый? Кто тебе это сказал? Как кто? Эмгыр? Ха-ха. Не буду же я выдавать моих информаторов. Это было бы очень непрофессионально. Но хватит сплетенок. Да заплачу я тебе, заплачу. Ну так что? Я могу на тебя рассчитывать? Может, и помогу. В чем дело? Чем говорить, проще показать. Образ стоит тысячи слов и так далее. И ты, разумеется, понимаешь.
Если ты разболтаешь про то, что видел, заработаешь перо под ребро. Ясное дело. Замечательно. Последняя просьба. Точнее, рекомендация. Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу. Следовать за мной. Барт, перестань сию же минуту. Я плохой. Из-за меня усы со мной. От того, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится. Барт болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше грустный. Откуда ты вытащил этого тролля? Из Зерикании. Я выиграл его в карты у торговца верблюдами. Шутки у тебя одна лучше другой. Ты видишь, чтобы я улыбался? Я абсолютно серьезен. Барт стерет горбатых коней. Там жарко. А Сиги забрал Барта. Сиги добрый. Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней еще вернемся. А за этой дверью сокровищница. До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерег, но было бум, и нету шамны. В переводе на человеческий. Кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать.
Почему ты сам этим не займешься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире. Зачем тебе еще и ведьмак? Видишь ли, эти деньги принадлежали не только мне. Скажем, я содержу некий банк для посвященных. По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу. Именно поэтому мне нужна помощь со стороны. Откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности. Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения. Потому что если ты меня подведешь, я тебя убью и скормлю Барту. Барт, неприятно. Работа такая. Хорошо, я тебе помогу. Не вижу энтузиазма. Это все из-за ведьмачьих мутаций. Нас же лишают эмоций. Иначе я бы прыгал от счастья. Ладно, мне надо осмотреться. Но сперва у меня есть пара вопросов. Я весь внимание. А сколько все это добро стоило? Так, более-менее. А что? Хочешь прикинуть премиальные? Не надейся. Я тебя слишком хорошо знаю. Я просто хочу понять, что ищу. Три ящика нильфгаардских флоринов, сундук изумрудов, рубинов и топазов, серебряные канделябры и блюда. Долго перечислять. Вся шамна. Кто-то видел, что произошло? Кроме Барта? Нет. Об этой сокровищнице знали только совладельцы казны. Ну и воры. А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гопен клялся, что все было спокойно. Постоянные посетители, никаких эксцессов. Гребаная идиллия. Я так понимаю, воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности. О чем еще спросишь? Какой нынче год? Как зовут короля Редании? Нет. Но мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась. Ее не было. А потом бум! И была. Барт хотел увидеть. Но не увидеть, а спать. Потому что злые грибы. Какие еще злые грибы? Плесень попса. Ее споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов, и тебе конец. Только тролль, может быть, продержится. Барт тролль. Может быть. Я не тебе говорю, баран. О чем бишь я? Ах да, плесень. Так вот, в каналах за сокровищницей ее очень много. Я думал, это будет дополнительной защитой. Но воры ее как-то обошли. Ты видел их, Барт? Как Барт вышел из дыры смотреть, что бум! Вдохнул гриб и заснул. И нету шамны. Ладно, ладно. Не расстраивайся. Бум? Поясни. Бум! Такое большое. Я поясню. Взрыв разнес стену, отделяющую каналы от сокровищницы. Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем. У меня большой опыт. Я всю жизнь работаю с идиотами. Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется. Взял одного бугая, Фонса. Он так туп, что вопросов не задавал. Приняли мы с ним по антидоту против попса и пошли в стоки. А минутой позже я вернулся один. Что случилось? Парень стал страшно рыгать. Так что эхо шло. Говорю ему: Фонс, перестань. Ты все-таки в обществе графа. Бывшего, но все-таки. А потом он блеванул и остался без антидота. Я пытался его вытащить, но услышал эдакое бульканье. И что-то вылезло из воды.
Я ценю жизни своих людей, но свою еще больше. Так что бросил я Фонса и рванул к выходу. Можешь описать это что-то, которое вышло из воды? Нет. В каналах полно разной дряни, там ничего не разглядишь. Ну, что-то ты наверняка заметил. Нет, не заметил. И не провел предварительного таксономического анализа. Я драпал со всех ног. Ну, пора осмотреться в каналах. Есть у тебя еще антидот против попса? Да, пара ампул. И формула на всякий случай. Отвратительная бурда, откровенно говоря. Но работает. Прошу. Спасибо. Не за что. Буквально. Если ты тут задохнешься, мне от тебя пользы не будет. Пойду-ка я наверх. А то, как взгляну на пустую сокровищницу, сердце ноет. Ну, удачи. Ох, Лютик, во что ты ввязался? Барт, есть минутка? Минутка? У Барта нет минутки. Есть камни! Хочешь? В смысле, я хотел поговорить. В смысле? Где это? Еще раз. Давай поговорим. Тебя Сиги любит. Давай. Почему ты так любишь Сиги? Сиги добрый. Сиги заботится. И запер тебя одного под землей. Тебе не скучно? Делать тебе здесь нечего? Барт, когда нечего делать, думает много. А о чем? Можно узнать? Камни. Камни? Камни интересно. Почему ты... Барт? Я не знал, что ты мыслитель. Барт не мыслитель. Барт тролль. Перед кражей было что-то подозрительное? Что? Что-нибудь другое. Ты мог что-то увидеть, почуять, услышать. Да, да, Барт слышал такое. Откуда было слышно шипение? Барт слышал в нужнике. Где? Ну... Где Барту нужно делать кучу? А что это было за шипение? Как у змеи? Нет. Другое. Не как зверь совсем. А как что? Как... Камень. Шипящий камень. Угу. Ладно, поговорим о чем-нибудь еще. Хорошо. У Барта есть время. Барту теперь стереть нечего. Спасибо за помощь. Бывай. Бываю. Края трубы выгнуты наружу. Что-то разворотило ее изнутри, заодно вырвало кусок стены. Похоже, тут сходятся все сточные трубы из бани. А я-то думал, ведьмачий эликсир и мерзость. Решетка из трубы. Взрыв смял ее, как картонку, по краям,
остались следы раствора. То есть до взрыва ее не снимали. Ее вырвало из стены ударом. Следов магии не чувствуется, значит, это была бомба, не заклинание. Но почему нет ни следа взрывчатки? Может, тут все смыло? Куски труб. Какой же был взрыв, если они до сюда долетели? Прут к пруту. Через такую решетку ни хрена не протолкнешь. Ну что ж, как угодно. Утопцы. Конечно. Определенно шел туда. Очередная побрякушка. Это бугай, о котором говорил Дикстра. Об этом Дикстра не говорил. Значит, он из команды Лютика. Здесь повсюду блевотина. Видимо, он тоже выпил антидот и тоже не смог его удержать. Надо сжечь эти трубы. Ну вот. Может, теперь утопцы так и будут сюда сползать. Пойдут сгоревать в другое место. Еще одна блестяшка. Похоже, я уже близко.
Донышко сосуда покрыто рунами и оплавлено, возможно, взрывом. Должно быть осколок бомбы. Пахнет как масло виверны и карамель. Больше я тут ничего не узнаю. Пора возвращаться к Дикстре. Золотой. Тут следы заканчиваются. Видимо, Лютик погрузил казну на лодку. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ты играешь в Гвинт? Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Ну давай. Thank you.
неплохо. Вижу, у тебя в колоде не хватает эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки с Каятаэлей. Ковальней мы встряли. Надо бы сматываться. О, это ты! Никогда о твоей помощи не забуду. Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного. Ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Я бы с радостью взглянул на твои товары. Ты играешь в Гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно. На безрыбье рак рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Доставай колоду.
я так надеялся. Но ничего не поделаешь. Ты честно выиграл эту карту. Thank you.
Погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе, и есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел, верю. А вот что совпадение, нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор, только время тратит. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тебя не предавал! Нет! Нет! Я ничего не знаю! Ты поможешь мне найти ублюдка младшего? Я собираюсь разослать ребят по его нычкам. Но ведьмачьим клинком тоже не побрезгую. Веди моих людей, устрою ублюдку настоящую войну и вытащи его из норы. Мы оба от этого только выиграем.